Такая погода, что, конечно, ну, кто ж знал. Да? Февраль, солнечный февраль московский. Знал бы я, конечно, по-другому бы распорядились этим временем, но, увы и ах. Сегодня у нас вторая и последняя лекция в этом сезоне. В следующий раз уже полезем на улицу. Я не знаю, меня тут уже два человека хотят попросить, чтобы я провел экскурсию перед цифровой историей в пятницу вечером. Я пока не знаю, готов ли я насиловать так себя. Еще пока думаю. Начать хотелось бы с того, что мы живем с вами в самой лучшей в мире стране, где живут очень высокоморальные, высоконравственные люди, которые совершенно четко знают про все каноны и поведения. И если вдруг кто-то, особенно из известных личностей, ведет себя не так, как оно должно, то мы, безусловно, в курсе мнения, особенно вот в интернетах, где тебе всегда напишут, ну, не только тебе, а вообще, в принципе, всем, что вот так делать нельзя и так далее. Я уверен абсолютно, что все эти люди никогда там не посещали ни проституток, никогда не смотрели порнографию, и в общем, все это из каких-то других миров, на самом деле. Поэтому, естественно, когда какие-то известные личности, особенно если они не вкладываются в симпатию вашей какой-то политической концепции, да, вдруг ведут себя не так, как оно должно, то, конечно же, они огребают в медиа по всем фронтам. И здесь надо сказать несколько слов сразу же про мифы, ну не то чтобы мифы, а вообще какие-то вот такие постулированные вещи, которые мелькают иногда в медиа по поводу романа Кшесинской и Николая II. Сейчас эта тема, слава богу, схлынула, потому что вы помните, когда был пик, когда одна наша прекрасная женщина озаботилась не самым лучшим фильмом, вообще-то снятым в принципе в нашем кинематографе, сделала благодаря этому ему прекрасную рекламу, чудесную. Вообще мечта любого режиссера, чтобы какой-нибудь, там, не знаю, прокурор или что-нибудь ополчился, или чтобы какие-нибудь придурки начали, там, не знаю, сжигать твои книги, если говорить про писателя. Это самое лучшее вообще, то есть все. Это значит, твоя продукция будет сметаться с полок, как пирожки. Вот. Хотите успеха, сделайте что-нибудь, чтобы кто-нибудь на вас обозлился. Поэтому сейчас слынуло, и поэтому сейчас можно об этом говорить более-менее спокойно, без пены у рта. Но, во-первых, я смотрел документальный фильм в интернете, но он был показан по Первому каналу, где прямым текстом было сказано, что Кшесинская, не обладая никакими вообще данными, сделала, тем не менее, прекрасную балетную карьеру. И это один из мотивов, который иногда кочует из источника в источник, что Кшесинская как балерина была, ну, как бы так себе. Вот если бы не великие князья, то она бы, собственно, не знаю, в пятерочке бы на кассе сидела, да? Это как бы первый момент. Второй момент ключевой. Как же это ужасно, что наследник престола связался с какой-то там танцовщицей, и божечки-божечки-кошечки, и вообще, возможно, у них там что-то было. А он же там вообще будущий император всея Руси и так далее. Вот это как бы два ключевых момента, которые иногда встречаются и которые не имеют, собственно, ну, вообще к реальности, по моему мнению, ничего с реальностью не имеют общего. Во-первых, и вот об этом, собственно, мы сегодня с вами и будем говорить в основном. И я сделаю фокус именно на Матильде, потому что она, вот я долго думал, кого она напоминает мне не по части талантов и так далее, а вот по части именно медийного веса и вот по отношению к ней в обществе. Я вот пришел к выводу, что это такая Ксения Собчак на самом деле. У Ксюши, конечно, нету и малой талики таланта, как у Малечки, но у Ксюши есть зато талант гениальный монетизировать свой образ. И чего бы она ни делала, она всегда в топах. Кто-то ее любит, кто-то ее ненавидит, но она добилась главного, ее все обсуждают. Да? То есть у нее там есть Инстаграм и тра-ля-ля, 3 рубля. Вот это примерно вот такая вот Матильда Кшесинская, только, значит, много времени назад. И вообще сейчас надо сказать, если мы посмотрим, вот ведь сейчас есть звезды балета, но они уже не играют такой роли, но если они как бы не повернуты в определенную сторону, как Волочкова, да, то как бы, ну, Волочкова такой жупил на самом деле, да. Хотя, как танцовщица, она тоже была, в принципе, не без талантов, но она вот как бы превратила себя там в недособчак, скажем так. Сейчас звезды балета — это звезды в очень узком сегменте. То есть они не, как это сейчас сказать, opinion-мейкеры. Они не являются предметом для обсуждения для блогеров, там, мемчиков в интернете. Вы давно видели мем с какой-нибудь балерины, там, Ульяной Лопаткиной, да, например. А вот наши всякие инста-звезды,
Вот они сейчас впрут. И надо сказать, что вот эти инстазвезды по сравнению с балеринами, потому что балерины тогда были инстазвездами, они, конечно, ну, на там, 58 позиций ниже по всем вообще параметрам находятся. Как изменилось медийное поле? Я вот к чему. Да? С чего начнем? Ну вот, во-первых, сама Малечка. Сразу хочу сказать, что про нее говорят, что она была первой русской балериной, которая сделала 32 фуэте. Значит, что такое 32 фуэте? Вот вы сейчас после лекции можете выйти на улицу, там хорошая погода, и вот встаньте и попробуйте прыгнуть вокруг своей оси. Там раз, два, я... Ну вот, мы можем собраться вокруг, посмотреть на вас. То есть я думаю, что где-то уже после пятого раза вы так уже пойдете покачиваясь, а после десятого вам уже и водки не надо будет. То есть вы вполне себе будете чувствовать себя так комфортно. Малечка была не совсем русская. Ну так бы как бы, да. Мало того, что она была католичкой, она еще была полькой. Но, ну в смысле, это, в общем-то, два понятия практически идентичны друг другу, да, потому что Польша и католизм – это практически синонимы. Но поскольку Польша была частью Российской империи, да, то вот про нее так говорили. Это первое. Значит, и вот то, что она была католичкой, это крайне важно, опять-таки, в рамках нашего повествования, поскольку, забегая вперед, она породнилась с императорской семьей. Соответственно, теоретически, вообще-то, ее сын мог быть наследником престола, в принципе. Там были ограничения, которые прописал еще Павел I, потому что она была не православной, она женилась, вышла замуж не с согласия вышестоящего императора, то есть это были ограничения. Но после 17 года какие там Павла I, да, вы же понимаете. Вот это один ее, соответственно, ну вот сейчас есть умельцы, которые очень круто колоризируют картинки, красят. Это ее козочка в балете «Смиральда». Она с ней вместе танцевала на сцене. И вот обратите внимание здесь на вообще вот фигуру и прочее. То есть если бы мы увидели эту открытку вообще без относительно контекста, мы бы задумались, а кто это такая, что это за... гном вообще, да, потому что, ну, представляете рост козы, да? Ну, то есть какая-то девочка, причем она такая, как-то очень сложно скроена для балерины. То есть вообще, надо сказать, что балерины в то время, они отличались от канонов современных балерин. То есть у Матильды был рост 152 сантиметра. Там, где-то я читал 154. Но это, собственно, не важно, там, да, сантиметр туда, сантиметр обратно, но вы понимаете. Во-вторых, у нее были достаточно атлетичные ноги, ну, что для балерины, в общем-то, нормально. И, тем не менее, она вот излучала какую-то невероятную сексуальную энергию, под которую попадали все. Этим обладали многие представители слабого пола в то время. Вот там была такая Лили Брик, например, которая там по ней только ленивый не сох. Или вот Гала. Елена Дьяконова, супруга, муза и, в общем-то, менеджер Сальвадора Дали, Эльза Триоле, сестричка Лили Брик. Вот эти две прекрасные барышни, одна окучивала мужское население, причем такое, вошедшее в аналы культуры и истории здесь, другая во Франции. Вот. Но это, опять-таки, чтобы вы представляли, потому что ну, вот не было бы козы, мы бы ничего не поняли. Да? А так вот, пожалуйста, вам. А это она с этой же самой козочкой и со своим любимым фоксиком Джиби, его звали. Она в своем особняке, про который мы будем говорить, он находится в Петербурге. И с ним тоже связана интересная история. Вот потрясающе. Ну, это такая, это дружеский шарж. Это, значит, такие были братья в балете, которые рисовали такие дружеские шаржи. И вот опять-таки, видите, какой рост у козы, да, и вот она. Значит, Матильда... родилась в семье Феликса Кшесинского. Феликс Кшесинский был на самом деле не бедным танцором, и он был партнером, ну, он был партнером много кого, но был, среди прочего, партнером Екатерины Числовой. Дело в том, что раньше, когда гвардия выезжала в летний лагерь, вот если вы читали, например, я просто читал в прошлом году, поэтому у меня свежо в памяти Анну Каренину, вот там как раз описаны летние лагеря в Красном Селе нынешнем. И там, туда на лето выезжал театр и балет. И вот здесь нужно вернуться к тому, с чего я, собственно, начинал когда-то.
Объяснить вообще, почему, что балет, почему вот эти офицеры и так далее. Значит, начнем с того, что вы помните, как, например, Пушкина про ножки-ножки, да? Истан совьет и разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Это он про Истомина писал. За эту Истомину потом стрелялись аж 4 человека, такая известная четвертная дуэль, среди которых был Грибоедов. Грибоедов, в свою очередь, написал другое стихотворение по поводу другой балерины, и я вам ее даже сейчас покажу, потому что это тоже очень, ну, выражаясь современным языком, очень показательный кейс. Да? Балерину зовут Телешова, Екатерина Телешова, и это, на секундочку, портрет никого бы то ни было, а Ареста Кипренского, который написал один из самых лучших портретов Александра Сергеевича Пушкина. Здесь она в образе балетном. И вдруг, как ветр, ее полет, писал Грибоедов. Она была не больше, не меньше любовницей графа Милорадовича. И когда было восстание декабристов, вот из ее квартиры он отправился. Некоторые даже говорили, что из ее постели. То есть его там подняли в ее постели. Еще один ее образ сценический, это 22-го года. А потом она после смерти Милорадовича вышла вот за этого бравого гусара Шишмарева. Это тоже портрет кисти Кипренского. И он владел, например, домом 3 на Невском проспекте. А говорили, что выгоднее иметь дом на Невском проспекте, чем золотые прииски в Сибири. Родила ему 5 детей. Значит, балет. Если вы дворянин, и вам хочется, прости господи, секса, да? А какие у вас опции? Да, то есть, ну вот, что вам надо делать для этого? Балет идти. Ну, какое кабаре? Не было никаких кабаре. Кабаре – это уже явление конца 19 века. В России никаких кабаре еще не существовало и в помине, да? То есть пик кабаре – это вот у вас в Москве был такой лентовский предприниматель. Вот он как раз устроил, и, кстати, Шехтель у него начинал, архитектор. Нет, значит, первая опция – это ваши крепостные крестьянки. Ну, что? Вот, да, далеко ходить не надо, поэтому мотай на ус. Что ты там, кабаре и прочее. Ты сейф. Да, хоуммейд. Но там ведь кроме интимного контакта больше никаких взаимопрекновений нет. Да, вы же понимаете. С ними не обсудишь никаких высоких материй. Дальше идут всякие швеечки, модистки и так далее. Вот эта знаменитая, она была модисткой Шилы Гладио, потом пошла в артистки и стала вот. Вот. Хотя модистки тоже как бы не отличались нравственностью. Потом идут всякие вдовушки и прочее, прочее. Ну и хай-класс – это, конечно, представители непосредственно вашего сословия дворянского, но там ведь очень все сложно. То есть там, если вы начинаете ухаживать, ну, то есть потанцевали там, еще прочее, там уже начинают на вас косо смотреть и ждут, когда вы сделаете предложение руки и сердца. А у вас нет, в общем-то, желания делать предложение руки и сердца, у вас есть желание, как бы, несколько другие части своего тела предложить. И в этом плане, соответственно, встал вопрос, что делать. И поэтому это первый момент. Второй момент. Вы помните, как одевались женщины в то время? Да? То есть здесь все свободно, да? А ноги все закрыты. Откуда все эти ножки? Ножки-то у Пушкина. Да? Вот он все там хотел прильнуть к ногам, ему все там грезилось, что он там в руках их держит, и лобызает, и так далее, и так далее. Потому что запретный плод, он сладок. Ну, потому что понятно, откуда ножки растут. Естественно, там поэтическая мысль дальше уже догоняет. Поэтому про ножки они все были crazy, да? И единственное место, где можно увидеть женские ножки, это был балет. Идти в балет, я же сразу понял, что это такое. Ну я же не понял, идти в балет танцевать туда или... Всю иерархию, что ли, снизу. Вот. И в те времена пошел обычай о том, что мужчина по лестнице должен подниматься впереди дамы, чтобы когда дама приподнимает юбку... Чтобы не увидеть ноги, да. Именно поэтому женщинам не рекомендовалось подниматься на империал, это второй этаж конки, чтобы не дай бог. То есть была масса с этим связанных, потому что вот вы покажете свой кусочек лодыжки, и все, это мгновенная эякуляция у мужчин. То есть они как бы просто не могли себя сдержать от этого вида. Я думаю, что если бы они оказались сейчас здесь, вот на Кутузовском проспекте летом, то я боюсь, что они бы просто легли и умерли бы в судорогах сексуальных, понимаете, когда вы увидели, как одеваются некоторые представители слабого пола ныне. Поэтому, извините за такое грубое сравнение, балет – это был стриптиз 19 века отчасти, да? Ну, с условием. Это первое. Второе, балерина – это главный приз для вас, потому что это некое промежуточное состояние между крепостной и какой-нибудь графиней, да? То есть она звезда,
То есть она как бы завоевала себе место под солнцем с посредством своего таланта и прочее. При этом она секси, при этом ее все хотят, все о ней грезят, все мечтают, а она твоя. То есть она у тебя на содержании, и ты как бы царь, бог, король, и вообще вот опять-таки это четвертная история, четвертая дуэль за Истоминой, из-за чего, собственно, Грибоедова потом и сослали на юг, хотя он должен был сделать карьеру дипломата в Европе. Вот. Поэтому они все грезили балеринами. Балет был, и балет приезжал к этим офицерам сам. В Красном селе Феликс Шестинский танцевал с Часовой, там ее видел великий князь Николай Николаевич Старший, полюбил всеми фибрами своей души, и, в общем-то, она сразу ему хватит, настрогала 5 детей, и, в общем, не он открыл эту замечательную традицию жизни с балериной, но у меня была лекция про него и про Константина Николаевича, они все жили с балеринами. Константин Николаевич жил с Кузнецовой, но опять-таки, если мы копнем еще раньше, вот, пожалуйста, да, Милорадович, Телешова, извините, Константин Николаевич жил с Кузнецовой. Я иногда оговариваюсь, поэтому простите. Вот. Соответственно, Малечка была дочерью Феликса Кшесинского. У него еще был, на самом деле, тоже потом сын, сделавший карьеру и танцевавший еще даже в советское время и получивший орден. Или медаль, я не помню. Ну, какую-то регалию он завоевал. Да? Он ставил балет под названием, по-моему, «Красный цветок». Вот. У нее была сестра Юлия. И она поступила в училище, которое сейчас называется Вагановское, да, имени Вагановой, находится на улице Карла Росси, зодчего Карла Росси. Там, с другой стороны, бывшее здание Министерства просвещения, где Карпович благополучно застрелил министра Боголепова, а с другой стороны – балет. И выпуск балетной школы – это всегда был такой вот конкурс красоты. То есть туда приезжали вот эти все князья великие, смотрели на это все. Вот. И есть, соответственно, две версии, как там все дело произошло. Значит, давайте мы для начала посмотрим на предмет страсти и обожания Матильды Кшесинской, да и не только Матильды Кшесинской. Вот молодой Николай II, как мне сказали в Петербурге на лекции, на дембеля похож здесь. Да? То есть, особенно вот здесь. Но, значит, во-первых, голубоглазый, один из самых образованнейших людей страны, один из самых воспитанных людей страны, застенчивый, ну и будущий император. Ты коронавирус все-таки привез давно, да? И будущий император. То есть, ну, кто устоит? И Александр III, видя, что... дело в том, что, вот возвращаясь к этому пункту, что ай-яй-яй, как ужасно. Мальчикам считалось не просто можно, а нужно было до свадьбы перебеситься. Девочкам нет. Потому что девочка, она не человек, ей надо как бы детей рожать и борщи варить. Ну, либо если она там княгиня, то не борщи варить, а управлять теми, кто варит борщи. Все. Поэтому девочкам нет, а мальчикам да. И в Великокняжской среде это тоже было так же. И поэтому Александр III, наблюдая, что Ники растет каким-то валенком, он решил, соответственно, как-то этот вопрос решить. И вот по первой версии он обратился к своему брату Владимиру Александровичу, про которую я рассказывал в прошлый раз. Владимир Кровавый в будущем, а тогда еще никто об этом даже не помышлял, потому что он был президент Академии художеств, ну и курировал, соответственно, все эти балетные дела тоже. А он сказал, так вот, пожалуйста, на выпуск его приведи, там, тем более есть такая Кшесинская, дочь знаменитого. Это первая версия, что прямо вот чуть ли не родители сами ее подсунули. Вторая версия, она более прозаична, что просто ну так получилось, что Маля, зная, что придет наследник, она так в первых рядах сама стала, ее посадили за стол. Вот. Александр III там что-то такое намекнул, ну вот типа тут не очень как бы шалите только. Ники сидел долгое время, не знал, с чего начать разговор, и спросил, ну, наверное, у вас-то в семье из таких чашек чай не пьют. Дело в том, что тогда было принято пить чай из стаканов. То есть как все опять-таки поменялось. То есть если сейчас вам чай нальют в стаканах, стакан вы как-то удивитесь, может быть, да? Хотя у нас в поездах до сих пор в подстаканниках, да? А вот тогда все было наоборот. И вот с этого, соответственно, у них завязалось. Завязалось и очень плотно завязалось. Малечка, она же была, ну, та еще сообразительная, да, девочка. То есть, например, когда я был 14 лет, и она узнала, что сосед по даче некий там, значит, у него помолвка, она его позвала в лес по грибы,
И там невеста этого соседа увидела, как они целуются. Помолвка была расстроена, мальчика торжествовала. Ну вот просто так, вот такая хорошая девочка, да, то есть... Ну и как вы думаете, вот такая хорошая девочка, когда к ней приходит вот такой молодой человек, как бы... Дело в том, что неизвестно до сих пор, было у них что-то или нет. Но для того, чтобы это было или нет случилось, был снят особняк, куда Маля заехала, снят, естественно, не на ее деньги, потому что у нее таких денег на тот момент не было. Этот особняк существует до сих пор, но это фотография с моей экскурсии, на самом деле. Вот желтое здание, там до сих пор надпись «Гута Банк». Этот «Гута Банк» уже миллион лет как сдох. Вот это желтое совершенно неприметное здание. Оно уникально тем, что в этом же здании Константин Николаевич вместе со своей балериной Кузнецовой точно так же зажигал. Да, ну, кстати, балерина Кузнецова, в отличие от Екатерины Числовой, вот, любовницы его брата, она была поскромнее, и она как-то из него не так шибко деньги тянула. И вот этот особнячок был снят малечкой ее сестрой. Если туда дальше пройти, там есть дворец великого князя Алексея Александровича, того самого, который 7 пудов августейшего мяса, значит, князь Цусимский, вот этот вот, который, значит, бабкина броненосца тратил на своих парижских сообразительных девочек. Потому что, опять-таки, напротив там мойки, там адмиралтейские верфи. Ему типа было недалеко на работу ходить, но он не ходил, работа сама к нему приходила. Домой, да, ну, удобно. И Манечка писала, что вот у нас прямо из окон открывался прекрасный вид на сад вот этого Алексея Александровича. Вот сюда, соответственно, приезжал Ники. Но он приезжал не один, там еще приходили Михайловичи. Такая плеяда Михайловичей. Один из них потом сыграет большую роль в судьбе Малечки. И вот ну, у Ники, у Николая II, у него уже такой телеграфный дневник, если вы в курсе, да, то есть он там про каждый день пишет несколько строк. На самом деле дневник он вел, они все вели дневники, потому что их заставляли это делать и приучали, потому что я считал, что это структурирует вашу жизнь и как-то приучает к порядку. На самом деле в этом есть доля истины. И вот у него там такие были слова, что я у нее был, прекрасно повозились. Или вот только что приехал от Мали, до сих пор под впечатлением, перо дрожит в руке, но как бы, ну фиг знает, понимаете, я там свечку не держал. Маля в своих воспоминаниях тоже прямым текстом не пишет, да, как в желтой прессе, я сняла чулок и так далее. Поэтому было или нет, это вопрос дебатируемый, но сути это не играет, потому что в обществе, естественно, решили, что было. И я вам сейчас покажу несколько замечательных тому свидетельств. Ты знаешь, на самом деле, если бы в то время был какой-нибудь Life News или прочее, то, возможно, были бы не только фотографии. Ну вот это, я всегда говорю, чтобы в курсе, значит, Суворин и Катков, это такой, значит, Эрнст, поделенный пополам. То есть Суворин это в Петербурге, а Михаил Никифорович Катков это у вас в Москве. То есть это два медиамагната. Этот издавал «Новое время», Катков издавал «Московский вестник». И они, в общем-то, были вот то, что сейчас принято называть старославянским словом «opinion-мейкеры», да, то есть лидеры мнений. Причем такими, что иногда даже могли влиять на политику. Ну вот он, например, фактически открыл Чехова. Ну, Чехов и до него публиковался, но он публиковал всякую дребедень там. В «Будильнике», в «Стрекозе», а что-то действительно значимое он начал публиковать у Суворина, и они с ним очень сильно дружили. Так вот, Суворин вел дневник, там есть масса интересных вещей, вот, например, мы знаем про разговор с Достоевским после взрыва в Зимнем дворце, и вот это не его цитата, вот нижняя строчка, это цитата генеральши Богданович. Была такая генеральша Богданович, у которой был светский салон. И вот все сплетни, которые только были вообще в городе, вот все, вот она все это протоколировала у себя в дневнике. Например, она пишет, Бобриков говорил про цесаревича, что шалит. Ну что значит шалит? Что пора его женить, что написал Кшесинской, когда говел, что скоро кончит говеть, и тогда с ней заживут генералами. Кшесинская очень заважничала с тех пор, как находится для «le bon grâce» особых милостей. И вот, например, что пишет в своем дневнике Суворин. Наследник писал Кшесинской, она хочет принимать православие, может быть, считая возможным сделаться императрицей. Уже даже такие ходили слухи, что он посылает ей 3000 рублей, говоря, что больше у него нет, чтобы она наняла квартиру в 5000 рублей, что он приедет и тут
пропуск, видать, сыграть с ней в шахматы, да? И тогда мы заживем с тобой как генералы. То есть, видите, вот эта сплетня, она ходит по городу и отображается в дневниках разных писателей, да? Ну, вообще в разных людей, но тем не менее, вот они, ну, как они по-разному ее трактуют. Этот мужик, поскольку прямым текстом пишет, что он приедет и... Бенгерле. Вот. Хорошее у нее представление о генералах. Он, говорят, выпросил у отца еще 2 года, чтобы не жениться. Он оброс бородкой, возмужал, но тем не менее маленький. Но я еще раз хочу сказать, когда вот это начинает трактовать как источник информации и на полном серьезе подавать, ну вот видите же, писали, ну знаете, я могу сейчас что угодно написать у себя там в блоге, и потом спустя 50 лет какой-нибудь, не знаю, исследователь сказал, а вот был такой, значит, какой-то там Павел Перец, и посмотрите, что он писал. Ну, но это же не источник информации, вы же должны понимать, да? Суворин дальше пишет еще более откровенно. Наследник посещает Кшесинскую и... Бенгерле ее. Да. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знает. Он ездит к ним, даже не нанимает ей квартиру и ругает родителей, которые держат его ребенком, хотя ему 25 лет. Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинских по 5-6 часов, так что очень скучает и жалуется на скуку. Хотя квартира была, не только квартира, особняк был нанят, как бы им. Ну, то есть, вот понимаете, да, вот как рождается. Да, то есть, когда. Что-то перед, судя по всему, ты вчера бухал. Ну, ты по себе-то не суди, как бы. Ну, то есть, вот это из этой области. Да? То есть, как рождается вообще мифология и прочее, прочее. Причем это пишет, ну, он пишет как бы для себя на самом деле, но он как бы пишет это, опять-таки, на полном серьезе. Человек, ну, мягко говоря, не последней интеллектуальной значимости. Это, кстати, портрет кисти Крамского, на секундочку, да, известный его... На кого? На Машкова. На Машкова? Ну, возможно. Папа Кшесинской ее позвал и сказал, ты понимаешь, что тебе ничего не светит? Ну, вообще. Она сказала, ну, я понимаю, но я хочу быть счастливой хотя бы вот то время, которое, ну, возможно быть счастливой. Потому что, естественно, все прекрасно понимали, что никуда там никак. И дальше случилась крайне печальная ситуация. Александр III, который был такой, прямо символ колосс России, вдруг заболел пиелонефритом, и стало понятно, что вот несколько месяцев, и он все. Об этом сказали все лечащие врачи. Соответственно, какая самая главная теперь стоит задача перед династией? Вот, видите, женить, срочно женить наследничка. А наследничек, на самом деле, до этого-то, он уже еще в детстве встречался с этой Алекс своей, Александрой Федоровной, будущей Александрой Федоровной, тогда принцессой Гессенской. И он уже тогда в нее влюбился. И вот он, любя ее, любил Кшесинскую тоже. Да, ну бывает такое. Параллельно вот развивалось два. Но когда стало известно, что папа, и вот, значит, свадьба, он сам прервал с Кшесинской все отношения. Она писала в своих воспоминаниях, которые она писала спустя много-много лет в эмиграции, что они там встретились где-то как раз в районе Красного Села, сели в сани и ездили очень долго, плакали навзрыд, там, ну вот расстались. И она, на самом деле, с искренней теплотой об этом всем вспоминала. И, если честно, вот это мое личное субъективное мнение, я думаю, что она, может быть, реально его любила. Ну, то есть, я не исключаю такой вариант, потому что он именно как человек, он был великолепен, мил, воспитан, есть еще очень хорошее слово, неотзывчив, внимателен, да, то есть, как бы. Вот, в общем, они расстались, и у Кшесинской началась своя собственная жизнь. Перед расставанием Ники попросил своего приятеля, великого князя Сергея Михайловича, а Кшесинской позаботиться. А Сергей Михайлович уже был втырен просто по уши в нее. Значит, Михайловичи происходят от Михаила Николаевича. Это один из сыновей Николая I. То есть такая боковая ветвь. Вот он, соответственно, Сергей Михайлович. Он за ней ухаживал. Купил ей дачу в Стрельне. Да. Дал денег на еще одну постройку, о которой мы поговорим. Вот это он же. С такими усами. Ну, тоже, ну, красивый. Да.
Ну, сейчас, да, в принципе, так, мне кажется, модно было бы ходить. Ну, только и палеты снять, а вот как бы в такой шапке с такими усами в Москве вполне. С орденами. Ну, вот, очень мне понравилось, я в интернете нашел. Отсюда мы делаем вывод, что Ленин, он брат, давайте пустим это в жизнь, пусть, как уж чтобы на каком-то сайте Крамола.инфо начали обсуждать. Но Маля, он ей вообще прямым текстом говорил, выходи за меня, но Маля ни в какую. И в какой-то момент их было несколько братьев Владимировичей, да, Кирилл Владимирович, Борис Владимирович и Андрей Владимирович, это братья, отцы, все. Дети Владимира Александровича, героя нашей прошлой лекции, привели к нему домой, вот это, кстати, сразу покажу, да, это знаменитая карикатура. Дело в том, что Сергей Михайлович был управляющим артиллерийского ведомства. Соответственно, через него проходили все поставки. Мнения расходятся о его роли касательно нашей армии. Одни говорят про то, что он очень интересно выбирал тендеры. Ну, то есть он придерживался закупок у одной французской фирмы, хотя ему предлагали и немцы, и англичане, это еще до войны. И поговаривали, что эти интересы лоббирует Кшесинская. И в 17 году, когда уже случилась февральская революция, вот такой карикатурист Реми, очень известный, он сделал такую карикатуру, тут вот ее Фоксик Джиби присутствует. Мои близкие отношения к старому правительству давались мне легко, оно состоялось всего-навсего из одного человека. А что же я буду делать теперь, когда новое правительство, Совет рабочих солдатских депутатов, состоит из 2000 человек? Ну, такой почти солдатский юмор, да? Привели к ней вот этого молодого человека, Андрея Владимировича, младший сын Владимира Александровича. Он, когда ее увидел, весь растаял. У него был бокал с вином в руках, он его благополучно прокинул ей на платье. Она восприняла это как добрый знак. Он ей сразу понравился, хотя ей было 27, ему было 23, а ей было сколько было? А нет, ему было 21, а ей было 27, потому что между ними было 6 лет разницы. Когда она начала, соответственно, за ним ухаживать, да? Да, одна из ее знакомых сказала, с каких это пор ты интересуешься подростками. Тем не менее, любовь, такая настоящая любовь, вот он, видите, Андрей Владимирович. И на даче вот этой стрельни, которую ей подарил Сергей Михайлович, он к ней приехал, и вот ночью, 22 июля, я не помню, то ли 1900-го, то ли 1901 года, я не помню точно, приехал, и вот они там слушали шелест травы, пение птиц, и потом они этот день отмечали всю свою жизнь. Такой вот был волшебный шелест травы. Который нашептывал Бенгерли. На самом деле, мне тут очень правильно написала одна замечательная девушка в комментариях, что вообще-то, конечно, наверное, правильно произносить это слово «банжерль» по-французски. Вот, да. Но мы, так сказать, будем его по-нашему, по-русски, «Бенгерле». Не менеджер, а манагер. Не дизайн, а дизиган. Да? Не металлика, а металлиса. Ну и так далее. Да, поэтому завертелось так, что конспирологи, они, например, уезжают в Европу, он приезжает параллельно с ней, то есть, типа, и они там вот встречаются на курорте, и вот это самое Богданович пишет, что кто-то видел этого князя, ему какие-то парижские кокотки привешивали, значит, воздушные шары в виде свиней, а он там, значит, сидел и ухахатывался, была там и Матильда, и так далее, и так далее, она там негодовала. В общем, в 1902 году Кшесинская вернулась из Европы, то есть уже в Париже она поняла, что беременная, она там сразу запереживала, ее там какая-то обезьянка в Италии укусила, что не отразится ли это на судьбе ребенка, потому что вот все впечатления передаются ребенку. В общем, она приехала и вот родила сына. Сначала она, конечно, хотела назвать его Николай, но потом подумала, что как-то могут не понять.
И тогда она реально спросила у великого князя Владимира Александровича, можно ли назвать Владимир, то есть в честь, получается, дедушки, да? Он согласился. И он был тоже назван Владимир. Дали ему отчество, тем не менее, Сергеевич. Родилась потом у них такая легенда, что мама Андрея Владимировича, вот Мария Павловна, про которую я рассказывал в прошлый раз, жена Владимира Александровича, она была строго-настрого против этого брака, а Сергею Михайловичу было плевать. И он, соответственно, признал ребенка своим, хотя Матильда писала в своих воспоминаниях, что он прекрасно знал, что не он его сын, но он его принял, дал сначала свое отчество, потом, уже когда ему было 10 лет, она писала Нике, он согласился дать ему фамилию Красинских. Фамилия Красинских — это очень интересная история. Дело в том, что в семье Красинских существовала легенда. Мальчика, когда ей было 4 годика, она нашла в шкатулке своего папы. Жарко, да? Да. Давайте немножко пошумим. Пошумим и пошалим. Она нашла в комнате своего папы перстень, надела его сразу на два своих детских пальчика. Пришел папа и рассказал такую легенду, что на самом деле они из дворянского рода, Красинских, но бумаги потеряны, и вот мы... Да, вот мы уже. Соответственно, и она сказала: «Ах, нет, хочу быть графиней». И она таки и станет. Поэтому вот ее сыну была дана фамилия Красинских, якобы вот, которая действительно дворянская. Сейчас я вам покажу фотографии, соответственно, сына этого. А, вот, кстати, у меня же есть фотографии, извините. Вот это папа с дочкой. Видите, папа тоже был, кстати, невысок, мягко говоря. Это он был известный вообще мазурист. То есть мазурка — это такой танец, но он, конечно, очень странный танец по нашим представлениям. То есть там вот такие вот все движения, потом вот так вот садитесь на одно колено, девушка вокруг вас там скачет, вы потом еще идете. Вот. Но очень был популярный в свое время. Вот это он же со своей дочкой. Видите, какая у нее прекрасная, даже не знаю, что это такое, шапка на голове. А вот это как раз брат Матильды Кшесинской, который прекрасно, ну как, относительно прекрасно жил потом в Советском Союзе. Иосиф Кшесинский. А это дочь этого Иосифа. И считалось, что на самом деле, возможно, она дочь еще и Матильды. Просто вот он ее усыновил, удочерил. И у них вот этой Целины потомки сейчас живы. Да, в России есть некоторые из них. Манечка, конечно, пользовалась своим положением. Вот это вот Теликовский, это человек, который заведовал. Раньше же театры были императорскими. То есть вот первое, есть такое понятие, первая частная опера Саввы Мамонтова. Откуда это название, первая частная опера? Потому что это первая частная опера. До этого частных опер не было. Опера — это была привилегия государства. Как и водка, после введения водочной монополии по инициативе Сергея Ильича Витте. И вот к вопросу о том, что мы начинаем говорить, ну вот я начинал свой рассказ по поводу того, что она была бесталанная. Кшесинская прекрасно танцевала и была также бесспорно выдающаяся русская балерина. Я вам потом покажу портрет Корсавина, еще скажу, что Корсавина про нее писала. То есть на самом деле она была реально талантливая балерина. Она, когда у нее были ответственные спектакли, она все мужики за дверь, ложиться спать в 10 вечера, тренировки, сидела на жесткой диете. Корсавина писала, что у нее была такая привычка, у Корсавиной, она возвращалась иногда домой пешком, чтобы сэкономить деньги на бутерброд на следующий день, который она съедала в Тантракте. Но глядя на Кшесинскую, она отказалась от этой привычки, потому что у той была реально очень жесткая диета. И когда она вот рожала, например, она танцевала еще на 6-м месяце беременности. Она переделала сама некоторые под себя партию, упростила их, об этом писал Теликовский. Но вот прикиньте, да? И родила. Ну, роды были сложные, но тем не менее ее выходили. Кшесинская была женщина бесспорно умная, пишет он. Да? То есть, а он, ну, он не ангажирован, более того, он, ну, больше к ней, так сказать, в ряде моментов несколько негативно настроен был. А, вот это мне очень... Когда пришел Волконский, мы сейчас об этом будем говорить, на пост как раз директора императорских театров, с чем им приходилось сталкиваться? Это просто не к теме, но так. Певцы доказывали, что петь надо таким образом, чтобы никак нельзя было разобрать ни одного слова, будто бы в этом заключается высшая школа пения.
Артисты балета уверяли, что достоинство некоторых танцев зависит от чрезмерной высоты поднятия ног и при непрерывном условии, чтобы юбка тюника была достаточно коротки. Ну и так далее. Особенно там был момент про... По-моему, дальше это у меня есть. Ну, в общем, что там еще Николай Фигнер, это родной брат Веры Фигнер, который сидел в Шлиссельбурге, а Николай Фигнер блистал на императорской сцене. Да, и он тоже там что-то пытался доказать. Он еще также в своих воспоминаниях пишет вот про вот эти нравы. Вот я сразу покажу Волконского, это директор императорских театров. Ну, посмотрите, какой. Вот они все вот этими усами. Такими вот. У меня такие усы никогда не вырастут. Вот это у него такой дружеский шарж. Вот он такой весь утонченный. Пацаны сказали бы еще там про другое, но он был не из этих. А, ну вот он пишет. Фигнер решил не петь какую-то оперу и понадобилось вмешательство Базы, чтобы написать трактат о примирении Фигнера с директором. Кшесинская юбки еще укоротила и так далее. Значит, что такое кшесинская юбки укоротила? Вот эти укороченные юбки стоили Волковскому поста. Я вам даже сейчас покажу вот эту ее фотографию, но здесь она вообще огонь, посмотрите какая. Балет Камарго, и по моде чего она одета, посмотрите. Ну, это по старой такой французской моде, да, то есть вот эпоха там Людовика XIV, когда было принято танцевать в таких фижмах. Фижмы, знаете, что такое? Это такой корсет, который делался из китового уса, или, а раньше так вообще чуть ли не из ивовых прутьев, да, поверхнюю материю, и вы когда танцуете, он у вас такой, как колокол такой, ха-ля-ля, тра-ля-ля. Она сказала, что я никакие фижмы надевать не буду, вообще, как, ну, потому что она все время подчеркивала стройность своих ног. Волконский сделал ей выговор. Она написала Николаю II. Волконского сняли с поста. Да. Коля, меня обижают. И все. Поэтому ее иногда называли генералиссимус русского балета. Но при этом, на самом деле, вот я вам сейчас покажу тоже портрет один. Вот, это Корсавина. Посмотрите, какая. Эх! Да, балерина. Она писала, что когда она еще была совсем юная и молодая, Кшесинская пригласила ее к себе вот туда, в Стрельну, на дачу. Причем сказала, не парься по поводу туалета, ну, в смысле внешнего вида, потому что у нее не было денег на платье. И она приехала, и она говорила, там писала, что она чувствовала себя одно время неловко. Например, она не могла разрезать бекаса в желе. Вот. Умеешь разрезать бекаса в желе? Вот если не умеешь, не парься. Кшесинская сказала, что ты не волнуйся, у тебя это все придет. Она ей подарила платье. И Корсай написал, я не удумевал, неужели это та самая Кшесинская, про которую писали, что она какая-то жуткая интригантка и вообще злобная там женщина. То есть, опять-таки, как все зависит от разных углов и точек зрения, да? Вот это она со своим сыном Володей, это она в своем особняке. Вот это он же. Да, может быть, чем-то похож. Опять-таки, обратите внимание, какая она, ну, достаточно невысокая. На деньги Сергея Михайловича она построила себе домик. Неплохой. Ну, это такой калаш я нашел. Значит, это знаменитый особняк Кшесинской, который находится в Петербурге. Дело в том, что петроградская петербургская сторона, она долгое время была отрезана от основной части города. Там был такой наплавной плашкоутный мост. И потом они решили там воздвигнуть постоянный мост. Сейчас он называется Троицкий. Он типа считается таким братом моста Александра III в Париже. Возводился по проекту фирмы Батиньоль, хотя изначально тендер выиграл некий Густав Эйфель. Да, то есть, по идее, должен был он строить, его фирма, точнее, контора. Но наша городская дума, там эти компатриоты Эйфеля подсуетились, Батиньоли сказали, а мы готовы дешевле. Вот представьте, все, тендер выигран уже, все, а тебе говорят, знаете, что-то как-то тут ваши коллеги говорят, мы подешевле, и все, и Эйфеля слили. Да, и Батиньоль построил этот мост. И как только стало известно, что там строится мост постоянный, все самые умные люди, а вы помните Теляковский, что писал про Малечку, да, сразу бросились скупать земли. И вот вы съезжаете с этого моста, там справа такая площадь, самая главная Троицкая, где, в принципе, начинался Петербург, там дом политкоторжан с правой стороны. А дальше первое, что вы видите, ну, сквозь деревья, это как раз особняк Малечки Кшесинской, построенный по проекту придворного архитектора фон Гогена. Он Гоген, а не Гоген, потому что он немец, а не француз. И она сама подбирала там обстановку, вот этот проект.
Сейчас там музей политической истории, но я сейчас расскажу про историю этого особняка. Вот обратите внимание на свободную планировку. То есть это, в принципе, уже ну, современный план современного особняка. Причем, значит, естественно, тут есть, например, ну вот, бильярдная. Где вы бильярд храните у себя дома? На балконе? Бильярд для мышей какой-то. Столовая, гостиная, еще одна гостиная. Ну, потому что гостиная такая, гостиная сякая. Зимний сад. Зала. И это только первый этаж, да? Уборная лакею. Да, то есть специально. Буфет, кладовая, дворницкая. Там у нее за особняком был сарайчик, где жила прямо реально корова, потому что сын должен получать каждое утро свежее молоко. Вот это она в своем особняке. Но это вот Инстаграма просто не было, да, поэтому вот так. Слушай, я пока выключу, потом еще раз включу. Ну так, просвежились, да, немножко? Она писала, что у нее там был, значит, это у нее в русском стиле, то в английском, здесь в стиле Людовика XVI, здесь в стиле модерн. Ну и вообще, в принципе, весь особняк в стиле модерн. Она занималась? Ну как, она, то есть с ней консультировались. То есть, например, цвет штофных обоев она подбирала сама, то есть, как бы, и фактуру этих штофных обоев. То есть она приняла, естественно, участие. Вот в этот особняк как раз к ней все и приходили. А, ну, это просто фотография с одной из моих экскурсий. Дело в том, что я слышал такую версию, мне очень понравилось, что вот эти вот колокольчики, на самом деле, это маленькие такие репродукторы. Ну, и тогда, типа, было модно. Потому, ну, то есть они, в принципе, это цветы, на самом деле, да, но очень похожи на маленькие репродукторы. В этом особняке она прекрасно жила, и, в общем, все у них как бы хорошо. Она танцует... Не поет, но танцует, значит, живет. Как говорили некоторые... Сейчас я одну книжку достану. У него было два мужчины, один любим, другой надежен. Потому что Сергей Михайлович ей все прощал. Вот у меня есть такая книга, это воспоминания, дневники великого князя Андрея Владимировича. Очень интересная книжка, на самом деле. Кстати, Андрей Владимирович раскрывается здесь с крайне интересной стороны. Но я вам хочу прочитать кое-что, кое-какие его заметки. Значит, 6 января 1905 года. В 4 был у Мали, в 6 пообедал, в 7 был дома. У Мали было много народу, в 12 легко спать. 9 января. Вспоминаем, что было 9 января. В 11 часов поехал к Мали. 11 вечера, имеется в виду. В 12 вместе к Трефиловой. Это какая-то их общая знакомая. Ужинать. Очень мило провели время. В 4 уехал домой, в 5 лег спать. 11 января. Обедал с папа и мама. В 9 домой. Немного позанимался и поехал к Мали. После того еще посидел, поболтал с ней. И, значит... В каком-то тут часу был дома, все спокойно. Да? То есть, как бы 11 января все спокойно. Как интересно жила страна. То есть папа ответственный за определенные мероприятия. Вот. Сын пишет, что все спокойно. Ну вот, Мали повезло. Ей везло до поры до времени, на самом деле, пока, как вы понимаете, не грянул 1917 год. Матильда Кшесинская, в отличие от всех остальных, все прекрасно понимала. До этого она немножечко реанимировала себя, потому что она на свои собственные деньги на Каменноостровском проспекте открыла лазарет для раненых в войне. Вот эта публикация из журнала «Столица и усадьба», это первый глянцевый журнал Российской империи. Этот дом построен по проекту Леонтия Бенуа. Дальше там такой дом трех Бенуа. Вот если кто-то поедет со мной в тур 2-4 числа, будем ходить там, помнишь, по проходным дворам там ходили. Там снимался «Бандитский Петербург» и агент национальной безопасности в тех дворах. Открыл этот дворец. И, в общем, когда случился 17-й год, Матильда Кшесинская, прекрасно понимая, какие настроения в обществе у нас, она... Как она пишет в своих воспоминаниях, взявши свое самое скромное пальто, отделанное шиншилла, как выглядели ее не самые скромные пальто, хотела бы спросить, сына под мышку и
свалила благополучно из этого особняка. А туда въехал ремонтный автобронедивизион. Солдатики. Это была нормальная тема. В Москве происходило все то же самое. Пустой особняк. О! Въезжаем. Особенно анархисты этим пользовались. Въехали. И дальше начинается еще более интересная история. Вы знаете, что в начале апреля 1917 года из-за границы вернулся Владимир Ильич Ленин. Вся вот эта вот история. Батенька, вы где жилеточку купили? Какую? Вот эту? Там, да? То есть броневик, тра-ля-ля. Вопрос. А куда он после этого поехал, когда его на Финляндском вокзале встретили? Вот здесь, в этом особняке, у Владимира Ильича Ленина был свой, как мы сейчас сказали, кабинет. Потому что вот эти вот ребятки, они пустили туда, соответственно, большевиков, которые там был, значит, ЦК их, ЦК Петроградского района, там была газета «Правда» редакции, газета «Солдатская правда». Они там обосновались. Ну, я вам хочу сказать, что когда солдаты и прочие замечательные люди обосновываются в особняке, они, наверное, не очень трепетно относятся к окружающей обстановке, как вы понимаете, да? Поэтому, ну вот так вот, например, да? То есть здесь когда-то, значит, вот эти вот балетные ножки бегали, а теперь вот такая обстановка. Поэтому Матильда Кшесинская, а было еще временное правительство, она подала на них в суд. Более того, она этот суд выиграла. Там причем в качестве обвиняемых был еще, фигурировал Ульянов Ленин. Но поскольку Ульянов Ленин тогда уже был немецкий шпион и как бы уже отъехал в разлив вместе с господином Зиновьевым, то суд постановил выселить всю эту братью. Она съехала, но, значит, солдатский комитет большевиков сказал: а мы не поедем, мы не уйдем. Ну и что вы будете делать с людьми, у которых винтовки, и которые говорят: а мы не уйдем отсюда? И не ушли. Но их ушли уже потом, после июльского кризиса окончательно, когда он был подавлен. И туда все-таки вселился уже теперь велосипедный, как же он там назывался. Ну, короче, еще один мобильный батальон солдат. И так вот там он и пребывал. Я вам хочу сейчас показать совершенно... Вот, это бронедивизион. О, замечательная картинка. Где это происходит, хотел бы я спросить. Происходит это в особняке Матильды Кшесинской. Этот балкон существует до сих пор. Ленин оттуда толкал свои апрельские тезисы. Это те самые тезисы, от которых оторопь была даже у некоторых большевиков, что же говорить там про меньшевиков и прочее. Но вот одной из первых точек, где он объявил, вот там как раз на заднем плане, там Троицкая площадь, и вот этот вот самый мост Троицкий. Вот это летний сад. А это ныне не хотите дуры в Институт культуры, как говорили в советское время. Вот, ну это не Ленин, да, но тем не менее, да, вещается что-то. Вот еще. То есть видите, как была растиражирована эта история? Ну вот этот, тот же, те же яйца вид сбоку. Броневик там внизу, видите? Все серьезно, да. Ну и вот, собственно, вид с этого балкона теперь. То есть вот на этот кафель ступали ноги Владимира Ильича. С этого балкона он толкал. А это уже музей непосредственно. Вот известная картина «Кровавое воскресенье» висит. И там висит вот этот совершенно потрясающий портрет Николая II. Это одна из монахинь написала по фотографии и подарила Николаю II. Он висел в Зимнем дворце. Его исполосовали штыками, и теперь, соответственно, специально, чтобы его не реставрировали, его оставили вот в таком виде. То есть здание знаковое. Значит, что там было потом? Там было много чего. Например, там было общество старых большевиков. Но, как вы знаете, общество старых большевиков, точно так же, как общество каторжан и ссыльных переселенцев, к 1937 году само переместилось туда, где оно сидело до царя-батюшки. Потому что Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что все, что-то не надо нам ни большевиков, ни поселенцев. Было огромное количество репрессий среди старой гвардии. И потом там довольно долгое время был музей Великой Октябрьской социалистической революции. А сейчас у нас находится музей политической истории.
У меня были какие-то знакомые там на экскурсии и сказали, слушай, ну, такая антисоветчина, что ты по сравнению с ним просто вообще как бы поклонник Сталина. Ну, в общем, не знаю. Я общался с главным научным сотрудником, когда работал в журнале «Столицы и усадьбы». Это была попытка реанимировать этот старый журнал. И они у нас даже что-то печатались. В общем, можете туда сходить. Это очень интересный музей, потому что это, с одной стороны, особняк Шесинской. С другой стороны, там есть масса всего интересного посмотреть именно с точки зрения действительно политической истории. Крайне рекомендую. Ну и, в общем-то, что случилось потом? Малечка оттуда свалила в Кисловодск. Там были всевозможные приключения у нее. И в итоге они оказались во Франции. Там уже была вилла, которую в свое время ей Андрей Владимирович подарил. И эта вилла была жива, все, они приехали туда. Андрей Владимирович, он окончил, помимо всего прочего, еще военно-юридическую академию, то есть он обладал определенными юридическими навыками и знаниями. И вот опять-таки к вопросу, да. Во-первых, Андрей Владимирович уехал туда со своей матерью, Марией Павловной, которая, естественно, пока жива, никакой свадьбы, но она умерла. И, аллилуйя, Матильда Кшесинская выходит замуж за Андрея Владимировича. В общем-то, одного из наследников престола. По любви. Ей было 49 лет на тот момент. Они таки поженились. Она породнилась с императорским домом. Но деньги закончились, виллу продали. И что делать? Она уже не молода. У нее воспаление связок. В общем, с бедром у нее проблемы. Она открывает школу. Имя ее звучало в Европе, ее все знали. И к ней пошли косяками просто. Она открыла школу. И вот за эту школу она держала потом много-много лет. За счет этого они все кормились. И она, и Андрей Владимирович. То есть вот в то время, как большинство иммигрантов сидело там и ныло, вот наша великая Россия, эти клятые большевики, ай-яй-яй-яй-яй, что же делать, вот сопли-слезы. Нет, Кшесинская взяла как бы свои яйца в руки, да, баба с яйцами, открыла школу, стала преподавать и прожила без одного года 100 лет. Она пережила своего мужа, сына она не пережила, но сын, к сожалению, умер бездетным, он так и не женился. Потомство так и не оставил. И, естественно, в советское время фамилия Кшесинская была изъята из контекста, и балетного в том числе. Хотя в Европе вот современный балет, который существует сейчас, да, она научила очень многих. Кто-то из них поехал в Штаты. Ей, кстати, предлагали там и в Штаты тоже отправиться, но она решила, что нет, не надо. Вот. Соответственно, вот такая вот дивная история. Сергей Михайлович... То есть, если Андрей Владимирович с ней уехал, то Сергей Михайлович остался. По одной из версий он остался, чтобы попробовать все-таки этот особняк отжать и спасти какие-то драгоценности малечки. Но вот на свою голову. Потому что он был арестован, его расстреляли. Он единственный, кто оказал сопротивление при казни. Поэтому его расстреляли, всех остальных-то сбросили живыми практически, в Алапаевске, в шахте, да. И когда его нашли уже, вот Колчак, когда захватил, соответственно, эту территорию, он сжимал в руке медальон с Матильды Кшесинской. Вы представляете, какой сюжет? Какой сюжет, да? То есть он ее реально по-настоящему любил, и он ей предлагал два раза выйти за него замуж, она два раза ему отказывала. Много ли вам предлагали великие князья? Да. Вот это если вкратце. Вот фотография ее школы. Вот это она. Вот это она, видите, уже совсем уже с палочкой, но преподает. Вот это она же. Последний раз вышла на сцену, по-моему, 64 года. То есть сейчас бы она задвинула бы за пояс, мне кажется, любого фитнес-тренера. Ну вот реально. То есть с физухой, со здоровьем у нее было все нормально, и с мироощущением у нее тоже было все нормально. Она на коне, у нее все есть, великие князья, особняк, бабло, слава. Она все потеряла, но у нее остался великий князь, ребенок. Ну что, плакать или работать? Работать. И пошла работать. И работала. И причем не до пенсионного возраста, а сверхпенсионного возраст. Вот я вам еще раз хочу показать вот эту дивную фотографию. Да?
То есть при всем при том, как бы, ну, про нее, естественно, там, на нее повесили всех собак, что она там эти бабки тратила из-за артиллерийского ведомства. Я, опять-таки, там свечку не держал. Я думаю, что все это можно делить смело на 10, потому что, ну, как мы обычно знаем, красивая баба на BMW 5 что сделала? Да, естественно, она это заработала определенным ротовым отверстием, да, никоим образом она, может быть, и заработала это определенным ротовым отверстием, а может быть, и по-другому она поступила, понимаете, но общественное мнение единодушное, вот она такая Б. Ну и, собственно, естественно, про Кшесинскую все точно так же, как бы, и тогда, и в советское время. Это если вкратце. Значит, хочу вам напомнить, что с вами, я, честно говоря, даже теперь не знаю, когда мы увидимся, потому что следующее у нас здесь мероприятие – это фестиваль «Цифровая история», а после этого я вот начну водить экскурсии плотно, будет несколько премьер, так что следите за анонсами. Кому интересно, 2-4 мая у нас вот тур в Питере, один я провел зимой, вроде как не плевались, вроде как довольны. 19 октября мы едем в Вену. В январе, в конце мы едем в Париж, в марте 2021 года мы едем в Прагу, и будет, наверное, в конце лета все-таки тур в Нижний Новгород. Вот. Ой, мутаить, милок, да. 9 марта еще вот у нас будет поездка в Берлин, там, в принципе, еще пара мест. Есть ли у вас какие-то вопросы? Все такие... О, это потрясающая история. Значит, один из потомков вот этой вот как раз Целины, он, я боюсь что-нибудь спутать, в общем, он выиграл тендер на то ли реставрацию этого особняка, и они пытались там реально копать, они докопали до 4 метров, но дальше им уже не дали. Ходят легенды про то, что там, значит, Кшесинская каким-то образом оставила свои сокровища. Но... Я вам хочу сказать честно, что я не в курсе этого, потому что, ну, для того, чтобы так оставить сокровища, это нужно изначально продумать проект архитектурный, да, то есть там должны быть какие-то там лазы и так далее. Учитывая то, что ничего не нашли, то, скорее всего, ну, можно попробовать ночью как-нибудь там взять кирку, лопату и, наверное, кайло начать там сначала раздолбить асфальт. Желательно тихонечко. Ну вот поучитесь у народовольцев, которые ночью умудрились бомбу заложить на Малой Садовой, раздолбив ночью бетонную стенку сначала, чтобы под копом сделать. Вот. Да, кстати, 1 марта, это, не знаю, успею или нет сверстать эту лекцию, будет у меня экскурсия в Петербурге про 1 марта 1881 года, а 7 марта там будет про Международный женский день. Она называется «От терроризма до проституции». Ну, потому что мы в таких местах будем гулять, там и таларческие курсы, которые посещала Софья Леонидовна Перовская, и первый КВД у нас в России, Калинкин дом, так называемый. Вот. Ну что, друзья мои, если вопросов больше нет, да, давайте. Общалась ли она дальше с Николаем II после его свадьбы? Они общались только письмами, лично они не встречались. И вообще, конечно, Кшесинская там тоже вот писали воспоминания, что, мол, она какие-то подметные письма посылала Александре Федоровне, вот, что там ее как-то очерняло. Она их первым делом показала Николаю II, то сказал, ну да, наверное, это Кшесинская, но это как-то не отразилось на их взаимоотношениях. То есть, ну вот, пожалуйста, фижмы. Да. Волконский. А фижмы уже после, да? До свидания, да, да. То есть фирмы это уже когда Николай II был женат счастливым браком, все, у него там уже дочки начали рождаться, наследника еще не было, но уже все, у них там семья и прочее, прочее. Вот. Все. Прекрасно, друзья мои, спасибо большое за то, что пришли, за то, что вытерпели этот позор. Позор!